Folks, привет. I believe you're out there. Я думаю, вы уже смотрите. I was just warming up a little bit. Я просто немного разогревался. Это прекрасный день. Actually, it was just a. Вообще-то это был просто рок-н-ролльный грув. Приложение GarageBand. Great little device. Отличная штука на телефоне. Я его просто включаю, у меня есть небольшой усилитель, я разогреваюсь. Ну хорошо, как там у вас дела? Спасибо, что присоединились. В основе всего, так называется программа. И это первый эпизод. Episode, в этом эпизоде, или в этой серии небольших видео, videos, с прямой трансляцией, но с прямой, пока вы позже не станете это смотреть, мне интересно обсудить, я не знаю, кто-то из вас уже смотрел меня по вторникам с программой Alien Guitar Secrets, тоже с прямой трансляцией. Посмотрим, как все работает. Отлично. Очень хорошо. Это было отлично. Мне очень понравилось. Я был сильно удивлен, сколько людей вообще были в чате. Для такого рода классов я буду рад обсудить все на тему музыки. Насчет гитары,
And I love getting questions. Я буду рад вашим вопросам. Я подумал, что я отведу также какое-то время для обсуждения других вещей, которые происходят в моей жизни и в вашей жизни. And to maybe get a, go a little deeper, и, может, мы поговорим немножко более глубже, чем просто о гитарах, гитарной технике и таких вещах, о которых в любом случае мы поговорим достаточно глубоко. Но в этой программе, которая называется «В основе всего», я заметил, что на некоторые интервью, которые я давал, я получал отклики от людей, которых больше привлекали эзотерические вещи, о которых я говорю. After enough prodding, поэтому после того, как меня к этому много раз подталкивали, я решил, что сделаю такую маленькую программу в основе всего. И мы поговорим о вещах, которые более соответствуют тому, что происходит в моей жизни, может быть, в вашей жизни. В этих сериях можно задавать столько вопросов, сколько угодно. Я постараюсь ответить на любой вопрос. Мне будет приятно этим заниматься по интернету, со всем тем, что творится сейчас в мире. Люди сидят дома, пережидают. Я уверен, что все сейчас происходит именно в интернете. Но окей, я тут посмотрел, вы присылаете такие хорошие вопросы. Очень хорошие вопросы. Я постараюсь ответить на некоторые из них, которые подходят к нашей теме в основе всего. И, конечно, вопросы, имеющие отношение к музыке, также будут затронуты. Окей, давайте посмотрим, что там за вопросы. Я очень впечатлен узнать еще об одной вашей стороне, о вашем духовном поиске. Просто хотелось бы узнать, где вы берете эту мудрость, книги, аудиозаписи. Похоже, это перекликается с философией Алана Уотса и Дао Цзэ Цзин, Лао Цзи. Вы становитесь гуру, особенно после того, как во время мастер-класса в iAcademy вы остановили мысли всех людей в зале. О, вы там были тоже. Хотя я бы не стал верить в то, что я становлюсь гуру. Я гитарист. Но в любом случае, это хороший вопрос. Думаю, что для первого эпизода будет очень хорошая идея рассказать вам... Я могу рассказывать о себе очень много. Я бы предпочел говорить о вас. Может, просто дам вам небольшое понимание, что это был за путь для меня. Может, некоторые детали того, что происходило со мной, срезонируют с вами, с вашей жизнью. Так вот. Я вырос на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, в прекрасном маленьком районе на Лонг-Айленде. And we had five siblings. И нас было пять братьев и сестер, двое замечательных родителей, а и у меня было прекрасное детство. Когда сейчас я оглядываюсь назад, это было настолько замечательно. У меня было много друзей. Я не думаю, что я был очень популярен, в том смысле, как некоторые дети популярны среди детей. Я был экстраординарно на обычном уровне. Я не думаю, что я был интересным. As a person, как личность, как ребенок. You know. I was very, very, я был очень и очень, если что-то есть такое, ниже среднего уровня по многим общепринятым темам. But music always seemed to, музыка всегда была для меня понятной. По какой-то причине она резонировала со мной. Я понимал, как она устроена. И это всегда было в моей жизни. И это было впечатляюще. Я всегда смотрел в сторону каких-то музыкальных вещей. Но в то время, когда я рос в отличной обстановке, были кое-какие очевидные трудности. Такие вещи случаются. У моего отца были сложности с алкоголем. И вообще-то он был барменом и продавцом алкоголя. Он был просто восхитительный человек. Я никогда... Помощь, которую я получил от него в тех вещах, что мне были интересны, в таких вещах, как музыка, была просто феноменально. Но он страдал. Он страдал от... У него был период с демоном алкоголя. Это было ужасно. Это было просто ужасно. Иногда в то время, когда я рос, это было как будто в доме была небольшая бомба с часовым механизмом. Это был очень итальянский дом. Дайте-ка я закрою жалюзи. Вот так получше. Я понял... Я знаю, что это прозвучит странно, но это был важный опыт для меня, иметь отца, который прошел через это.
And yeah, there was. И да, это было трудно. It was difficult, and I was very sensitive. Я был очень чувствительный. I had a great support. У меня была большая группа поддержки вокруг меня. Моя мама, она была великолепна. My father did something extraordinary. Мой отец сделал кое-что замечательное. Когда мне было 12 лет, он полностью завязал с алкоголем. In the morning. Он был в трауре и просто бросил пить и больше никогда об этом не говорил. And I was so fortunate that я был настолько счастлив, что у меня такой человек, был такой человек, как мой отец. But as I grew up, но в то время, как я вырастал, мой интерес к гитаре увеличивался. Но мне всегда казалось, что что-то было позади за всем этим. Когда я смотрю на это сегодня, я понимаю, что это был какой-то страх. Понимаете, страх. И как я сейчас понимаю, это даже был не мой собственный страх, а коллективный, общий страх, который я унаследовал. Но иногда, когда происходили какие-то инциденты в моей жизни, они поднимали уровень этого страха. Помню, когда мне было что-то около 13 или 14 лет, я был с другим ребенком, и мы играли на железнодорожном полотне на рельсах, так делать не надо, и он получил удар электротоком. Точнее, он получил тяжелое ожоги тела. И это создало огромный... Это было шокирующий, такой травматический опыт. Вы знаете, у нас у всех бывают такие вещи. Когда я начал выходить в мир, в колледж Беркли, это было супер. From Berkeley, I went to Frank Zappa. Я попал к Фрэнку Заппе. And all through this, and there's so many stories about how that came about. О том, как это произошло, вы можете их найти в других местах. But there was always still Но всегда на заднем плане было что-то, что-то типа бессознательного чувства страха. Чувство незащищенности. Чувство, когда ты не чувствуешь себя комфортно в теле. Это не было так постоянно все время, но всегда это было где-то на заднем фоне. Иногда проявлялось, и это приносило большие страдания. До одного дня, в 1980 ноябре, я могу назвать точную дату, и где я был, я не знаю как и почему, но я целиком и полностью, со мной случился приступ тревоги. Это было невероятно, я не знаю как и почему, но это просто... Некоторые из вас, возможно, это переживали. Чувство внутри вас почти как электрический ток, просто страх, как он есть. И он расширяется и рождает еще больше страха. Так что у вас происходит, как это называют, паническая атака. И это была такая мощная паническая атака, она не проходила. И по правде говоря, она явилась причиной огромного психологического страдания, которое происходило у меня в голове. И оно стало прокрадываться во всем ее мироощущение. Мое мироощущение в то время, когда мне было 20 лет, было не прямо супер, понимаете? О мире, о людях в общем. И это всегда ведет к страданию. Как оно может к нему вести? But I didn't know what was happening. Но я не понимал, что происходит. В то время у меня не было... ничего не было, к чему я бы мог обратиться. Каких-то исследований, чтобы понять. Я просто думал, что я реально схожу с ума. В какой-то момент все стало настолько плохо. It kind of started to self-destruct. В каком-то плане началось саморазрушение. Потому что это было все эго, и это все был страх. И сейчас я мог бы, вероятно, указать на причины, почему это происходило, но тогда я не мог. И это делает это еще более устрашающим, когда ты проходишь через это. It's just the feeling of hopelessness, это просто чувство безнадежности, беспомощности, ужаса. And I was caught in it. Я был пойман всем этим. At one point, и в какой-то момент я просто отпустил все это. Я просто сдался. Фактически в моей голове у меня были такие мысли, что ничего не работает. Я больше этого не хочу. Я ничего не понимаю. Я реально ничего не понимаю. Я не знаю, почему это происходит. Я не знаю, что это. Это было что-то типа, как будто я отпустил это. Я помню, как я сказал, настроившись на идею, что у меня внутри, очень искренне,
I just want truth. Что я только хочу истину. Я не знаю, что такое истина. Я не был знаком с духовными учениями, с религией. Я был рожден в католической семье, ходил в церковь, катехизм, все вот эти вот дела. И были вещи, которые я слышал об этом. Честно говоря, когда я читал какие-то вещи, которые были даны Иисусом, я думал, о, это когда хорошо, мне это нравится. Но были и другие вещи, которые не резонировали со мной, казались немного безумными. Но у меня не было достаточно веры, чтобы найти опору, когда я проходил через эти ситуации. And then what happened, basically, и что потом произошло? In that moment of, фактически в тот момент, what I'm just calling surrendering, что я называю сдачей, I just aligned with the я настроился внутри на мысль, I just want to know the truth. Что я хочу узнать правду. Мне без разницы, как она ко мне придет, мне все равно, в какой форме она придет. I just want the absolute. Мне нужен только абсолют. Я должен знать, что реально здесь происходит на планете. С нами, everybody. Со мной, со всеми. Was just one of those guys. Я просто был одним из тех парней, я не знал, как не принимать это близко к сердцу, не задумываться об этом. Это было очень сильное чувство, очень пронзительное. Я даже мог предположить, что огромное количество времени, что я провел с гитарой на протяжении тех более ранних лет и даже после этого, это было в какой-то мере побегом из этого вопроса. Я был влюблен в это, но это уводило мои мысли в сторону от этой пытки. So I remember at that moment that I я помню в тот момент, что когда я сдался, kind of surrendered, nothing happened. Ничего не произошло. Это не было, что у меня вдруг случился религиозный или духовный опыт. Но я чувствовал небольшое облегчение. I just held on to that desire. Я просто держался за это желание. Это желание найти успокоение в этом невероятном мучении в моей голове, которое я испытывал. Я знаю, я говорю сейчас много про себя, я хочу скорее это закончить, чтобы вернуться к вам. Но понемногу начали происходить разные вещи. Появилась книга, я о ней уже говорил, Magic in Your Mind, «Волшебство в твоем разуме» автора Юэс Андерсона. И в первое время я понял, что твой образ мысли имеет очень большое отношение к тому, как ты воспринимаешь мир. Ты контролируешь, что у тебя в голове. Я этого не понимал в то время. Затем я стал погружаться в какие-то вещи, типа New Age того времени. Это было все, что я мог хотеть. Хотя бы как-то понять в то время. Концепции New Age, духовной концепции. Я думал, что это могло бы быть ответом. И это было полезно. Это было очень полезно. Я знал, что мне надо измениться, и я начал радикально меняться. Тот период глубокой депрессии длился что-то типа 20 лет до 21,5. Я помню, я был в турне с Фрэнком Заппой в Европе, когда я начал видеть какой-то свет. Я имею в виду умиротворение. Бобби Мартин, он был клавишником и вокалистом. Дай Бог ему здоровья. Он дал мне книгу. Она называлась «Полная иллюстрированная книга о йоге». И эта книга действительно помогла увидеть важность изменений, чем ты наполняешь свое тело. Потому что в то время йога была другой. Она не была сфокусирована столь много на растяжках и упражнениях, как сегодня. Йога была полной практикой, включающей в себя определенный тип успокоения, определенный тип мышления, напряженную медитацию, упражнения, диету. Я отдался этому на все 100%, потому что я подумал, окей, это что-то, что я смогу. И это было впечатляюще. Я стал вегетарианцем, что было хорошо для меня в то время. У меня были кое-какие проблемы со здоровьем, и они просто исчезли. Я стал идентифицировать себя, типа, что я такой духовный, так сказать. Стал применять все те эзотерические принципы, которые я мог воспринять в то время. И такие очень New Age штуки, знаете, астропроекция, о чем весь альбом Passion and Warfare. Нумерология, things like this, все такое, символизм.
all of these kinds of Все такие штуки. things. And they were helpful for И a для того time. времени They они kind of мне got me out of a помогли, funk. они меня вытащили из уныния. And I started to see Я some начал видеть real что-то типа kind of света. light, you know, just feeling Просто better. стал себя лучше чувствовать. But I knew my quest. There was Но я one знал, thing, что мой one thing, поиск... Была одна couple вещь. of mantras Пара мантр, that которые I я использовал. adopted, and one of them came from that book, The Одна Magic из in них Your была Mind. из той книги And «Волшебство that твоего mantra разума». was И эта мантра была... one of the concepts of this book Одна is из концепций той книги была, что если if ты you're able to sort of plant seeds in your сможешь что-то типа subconscious, they'll grow, посадить семена в своем which бессознательном, made то они sense to me вырастут. in a way. Это so имело для меня какой-то the mantra смысл. That they recommended was Мантра, something которую along the они lines of I am рекомендовали, becoming что-то happier вроде and healthier «С every каждым day». днем я становлюсь все более-более Okay, счастливым, now, более when здоровым. you're in a state of abysmal distress, Когда ты находишься в ужасном and somebody страдании, says кто-то that to тебе you, you, говорит, you can't что... even, you're like, what Ты the hell is даже... that shit? Ты такой, что за черт возьми это за I couldn't дерьмо? even say it in my Я не own мог этого mind. произнести даже в своей собственной But голове. back when the suffering was so bad, Но тогда, когда страдания были you're такими reaching тяжелыми, for any ты kind of хватаешься straw за that you любую can find. соломинку, за которую ты And I можешь tried it. ухватиться и And at найти. first, Я это попробовал. I couldn't even say it. И сначала And then это I я started даже to не мог say it in произнести my mind, это. but I didn't Затем believe it. я начал произносить это у себя в голове, но я не I'm мог поверить в becoming это. happier and healthier Я every day. становлюсь более счастливым You и know? здоровым день Yeah, ото дня, sure. знаете? Ага. You know? That was my attitude. У How меня can было you такое find отношение. Как happiness вы and можете health найти when that's your счастье и attitude? здоровье, когда у Of вас course, I такое didn't know отношение? this at the time. Конечно, этого я не знал So в то then, время. I just kept saying it Поэтому я просто продолжал это and повторять saying и it. повторять. And then eventually a И в конце time концов came пришло where время, the когда idea came ко to мне me. пришла мысль. Why not? А почему нет? Why not me? Почему не why, я? why wouldn't I become Почему я не why do I могу? believe it's impossible Почему я that I думаю, can что это become happier невозможно, and что я могу healthier every быть day? Why более do I believe здоровым и that? счастливым каждый следующий So, день? Почему я в это before верю? I could even say that in my own mind, Таким I was образом, already еще до того, как convinced, я сказал now, там the в world своей собственной sucks, голове, я уже был убежден, что мир — это дерьмо. Мы все катимся к чертям собачьим, и все вокруг идиоты. This is kind of like that's suffering. Это страдание, это ад. And finally, when I was able to say и в конце that концов, in когда my я смог это произнести say, well, у себя в голове, я сказал, why not? Почему не я? You know? Почему нет? It's absolutely possible for me это абсолютно to возможно для меня – становиться более здоровым и счастливым каждый why день. Wouldn't это it возможно? Be possible, Почему you know? это может быть невозможно? И это was было тем моментом, moment of it was an epiphany, you know, это было озарение, it's like момент the time озарения. That это было в то время, decided, когда я решил, что я не хочу этого, я хочу спокойствия, я хочу истины, я не знаю как, но я этого хочу. Это было озарение, потому что это был внутренний сдвиг. И когда я фактически сказал, что я становлюсь более здоровым и счастливым каждый день, почему не я? Это был сдвиг, большой сдвиг. And once I started to И когда я начал верить, believe that that was possible, что это было вообще возможно, оно начало случаться. That's the way it works. Это то, как это работает. Believe, все, во что ты веришь, time, я тогда не понимал этого, но true, все, во что ты думаешь, все, что ты думаешь, что это правда, то оно станет правдой для тебя и станет твоей реальностью. Like I said, I time, как я сказал, я не знал этого в то время, хотя это было то, что происходило. Это всегда like происходит для любого человека. Not все время. Here or there, Не только здесь или там. Completely. Но полностью, and всегда. So this was so wonderful for me это было так I прекрасно для меня, relief. Потому что я начал чувствовать облегчение. And then I started doing all these studies и потом я начал изучать духовные учения, так сказать. And I, funny things started to happen. И смешные вещи начали происходить. I started having moment, У меня like, начали случаться like моменты, moments что-то типа моментов like, ясности. And little moments of euphoria. Небольшие моменты эйфории. Just the feeling of... Просто ощущение, что... It's not so bad. Это не так уж и плохо. That in and of itself. Этого было достаточно. If you can find that, Если вы можете это найти и ухватиться за это, жизнь хороша. And I needed it, and it happened. И мне это было надо, это произошло. И это начало происходить, и это начало расти. Я понял, что моя мантра работает, это реально происходило. Я стал сам себе исполнившимся пророчеством. Я находил все больше и больше успокоения, больше удовольствия. Then I made Flexible, and После you этого can я записал hear альбом it Flexible, и вы I mean, это можете услышать на той записи. And fun, я думаю, and, это было просто глупо и смешно, и it was a great period. это был великий период. Discovery. Великий период исследований. But still,
Then what happened was, Но все еще, things started что произошло, это то, что я начал прогрессировать, и в следующую минуту я проснулся рок-звездой, так сказать. Bands, я играл в легендарной группе, у нас были мировые турне, я был на обложках журналов, люди писали статьи обо мне, я выигрывал музыкальные награды. Это было удивительно, потому что я не понимал, что они видят во мне. Хотя я, конечно, типа знал. Я просто не думал, что это возможно, что то, что я делал, вызывало такую шумиху. И шумиха, знаете, музыкальный бизнес — это небольшой бизнес в огромном мире бизнеса. И рок-жанр — это маленький бизнес в музыкальном сообществе. Instrumental guitar player. А гитарная инструментальная музыка — это крохотная часть, но она есть, это мой мир. And I happen to have been и меня начали узнавать в этом мире. And it was a surprise. Это было удивительно. But then it really started to blow up. Но потом это стало реально взрывообразно расти, я имею в виду для меня. And the ego came right. И тогда эго зашло прямо через заднюю дверь. Because it's insidious. Потому что оно коварно. And it just looks, it looks for an end. Ищет вход. And I went from feeling like я прошел путь от чувства кто я, to да, yeah, me. Да, я. You know? And when this happens, и когда это происходит, вы начинаете создавать образ себя, базирующийся на том, что вы слышите и видите. And, и это очень опасно, because it's an illusion. Потому что это иллюзия. And, that kind of grew and grew and grew. Это все типа росло и росло и росло. Я не понимал, что я опять теряю контроль над собой. But this time it wasn't, it didn't show но в то время это не проявляло себя как давление или что-то типа того. Это проявляло себя просто в чувстве превосходства. This это иллюзорное чувство and того, что я... I wasn't, immune to it. У меня не было иммунитета против you know, этого. It came right in. Это просто мною овладело. I can see it now. Сейчас я могу I это couldn't видеть. See it then. Тогда я не мог. And I see it now when I look at some сейчас of those я это вижу, когда смотрю некоторые интервью, которые я давал в свое время, они такие напыщенные. But my confidence но моя уверенность была экстраординарной, when it came to what I was doing. Когда я пришел к тому, чем я занимался. I acted humble, я вел себя скромно, but that, and I didn't think I was the best я не думал, что я был самый лучший. Я даже не думал, что я был так же хорош, как большинство гитаристов. Но я думал, что у меня есть что-то, что делает меня выше их. And that was the ego. И это было эго. And I made an identity out of myself. И я создал образ себя, который был выше других. And that's the ego. И это эго. And this eventually и в конце концов это ведет к еще большим страданиям, потому что это не длится долго. В этом мире все постоянно изменяется, и когда вещи изменяются по-другому, чем ты запрашиваешь для удовлетворения своего эго, ты страдаешь. И это был трудный период для меня. Я осознал, что я не пришел к тому, чего я хотел. I've lost my peace. Я потерял свое умиротворение, я потерял легкость, я потерял несерьезность, потому что все стало очень серьезным. My spiritual studies were always there. Мое изучение духовности так и оставалось со мной, но это стало глубже, чем просто просто метафизические нью-эйдж вещи, которые я изучал до этого. Я открыл для себя восточный путь. Я стал исследовать большое количество восточной философии. Это был невероятно мощный путь, требующий огромного количества медитации. So I started doing that. И я начал это делать. Это было в то время, когда вышел альбом. It was right around when Sex and Religion. Sex and Religion. Or a little after. There was right, или немного right после этого. Да, немного после альбома Sex and Religion. That was very helpful because это очень помогло, потому что требовалась медитация. Я начал понимать огромную ценность медитации и что она делает. But I could never really get very deep. Я никогда не мог погрузиться достаточно глубоко, потому что я был постоянно пойман в свои мысли о мире, так сказать. Когда ты медитируешь, твой ум бросает в тебя мысли постоянно. Они появляются перед тобой в виде образов. And you have to be able to
И ты должен быть способен смотреть через них, чтобы увидеть свое присутствие самого себя, кто ты есть, что составляет самую могущественную медитацию. Таким образом, мои исследования продолжались, и я помню, как я начал... Все пришло в нужное время. И это всегда так происходит. Это происходит для тебя, хотя это и не выглядит таким образом. Это открытие я сделал позже. Все, что происходит с тобой в твоей жизни, все для твоего блага. И не ругайтесь на меня, это не мое правило. Так просто все устроено. И это прекрасная концепция, потому что она меняет твое видение вещей, которые происходят с тобой. И ты тогда начинаешь видеть некоторую ценность вещей, которые выглядят так ужасно временами. Because those values are there. Потому что эти ценности, эта ценность, она там есть. But it wasn't until Но это не было до того момента, пока я не открыл более глубокие духовные учения, которые включали самость, настоящего себя, не окружающий мир. And, for instance, when I discovered Eckhart Tolle, например, когда я открыл для себя Эккарта Толле, он оказал на меня огромное влияние, его учение. At first I was like, well, okay, so I'll give you an example. Окей, я приведу пример. And this is happening. И это случается с каждым на протяжении жизни в различные моменты, когда мы делаем открытия, наши личные открытия. They're very powerful, они очень and they сильные, help us, и они ведут нас к следующим открытиям. One of the things I discovered Одна из вещей, которую я обнаружил позднее, так это то, что все находятся на своих местах, где им сейчас надо находиться. Ты именно там, где тебе надо быть прямо сейчас. Так все. Исключений нет. И это смелое заявление, но когда ты видишь это, So this alleviated a tremendous amount of Это уменьшило то огромное criticism количество неприятия, критицизма, that I had within me. Которое было у меня внутри. Because потому что when I saw people doing something different or когда я видел людей, которые делали что-то другое или которые верили во что-то другое, I realized чем я. That, Я вдруг понял, что это нормально. Религия ли это, и на каком уровне они находятся в понимании этой религии. Например, если ты христианин, и ты ищешь глубокий смысл в жизни через слова Иисуса, или ты буддист, или кто-то еще, In a religion that's или у тебя violent своя внутренняя at times, религия, и она временами насильственна, ты притянул это к себе, потому что это то, что каким-то образом ведет тебя, основываясь на уровне твоего сознания. So I discovered everybody was fine with what they Таким образом, я открыл, что все были на своем месте с тем, что, во что они верили. Это нормально. Позволять людям верить. То, что, во что они верят, и это так же нормально, как и тебя. И понимание этого убрало мою претензию к людям. Как они могут это делать такое? Как они могут следовать той религии или принадлежать к той политической партии, иметь такое представление о сексуальности, все что угодно? Потому что эго всегда говорит, они не правы, а ты прав. Это ты прав, а они нет. And this is fucked up. И это просто задница. All right? This, that's what suffering is. That это то, что есть страдание. Это ведет только like к страданию. К сильному страданию. Путями, которые ты не осознаешь. По меньшей мере, так было у меня. But there was so much comfort in allowing было такое успокоение позволить людям верить в то, во что они верят. It's fine. С ними все в порядке. They're where they need to be, right? Они там, где они должны быть прямо сейчас. And it's going to change for them. Они потом изменятся. The evidence is in the past. Этому есть подтверждение в прошлом. Все всегда менялось. So these were some of the discoveries I started to make. Это одни из таких открытий, которые я начал делать. Once I started getting into Eckhart, когда я начал погружаться в Эккарта Толле, я начал читать других замечательных авторов духовных учений, таких как Кришнамурти. Их так много. They were kind of the big ones. Это очень известно. I remember
another great epiphany I had at the time. Я помню, у меня было еще одно большое озарение в то время. Не знаю, говорю ли я, Стив, ты что, говоришь по телефону? Я мог бы продолжать и продолжать. Надеюсь, то, о чем я рассказываю, резонирует с вами. So, I remember one of the great epiphanies Таким образом, I had. I mean, я помню большое озарение, которое у меня было. Мы часто слышим крылатую фразу. Похоже, что это крылатая фраза современности, и она звучит так. The only time is now. Есть только сейчас. And I used to think, yeah, и раньше я думал, да, да, есть только сейчас. I never really я никогда по-настоящему не понимал, что это значит. Okay, Steve said all good. All right, Стив говорит, что все нормально, спасибо. I never really understood the я никогда не понимал всю глубину, что бы это значило. Но как-то я смотрел видео Экхарда Толле, и оно называлось «Иллюзия времени», и он рассказывал об этом в такой манере. Когда он говорил это, он проживал это. Я помню, что в ту же минуту я встал, я оглянулся по сторонам в своей комнате, и я осознал то, о чем он говорит. Что единственное время, которое есть, это только сейчас. Единственное место, где жизнь происходит с тобой. Это единственное место, где ты можешь творить. Единственное место, где ты можешь сделать все то, что ты захочешь. Где жизнь разворачивается перед тобой прямо сейчас. И когда твое внимание находится в сейчас, оно не захвачено всеми этими хаотичными, болезненными, мучительными, обвиняющими, оценочными суждениями, которые были у тебя в голове и держали тебя в плену. Так что это одно из мощных эффектов состояния сейчас. Когда ты уделяешь этому свое полное внимание, ты не смотришь на вещи через призму концептуальных мыслительных паттернов, которые ты выстраивал на протяжении всей своей жизни. Что это значит? Я попробую объяснить. There's two kinds of reality. Есть два вида реальности. Это то, что я открыл. I'm a work in progress. И как я и говорил, я все еще в процессе понимания. Я не гуру, не духовный учитель. Я делюсь с вами вещами, которые мне помогли, которые были жизненно важны для меня, и которые также соединили мое чувство музыкальности и мою способность выражать себя через музыку, и с людьми, и со многими, другими ситуациями в жизни. Это не имеет отношения только к музыке. Когда ты изменяешься внутри, то меняется все в твоем мире. Это изменяется мир. Я начал практиковать эти... Я начал практиковать присутствие. Что-то типа привносить медитацию в повседневную жизнь. И в чем это в основном заключалось? Я уделял полное внимание вещам. Не всматриваясь в мыслительные паттерны, критицизм, навешивание оценочных ярлыков из всех этих вещей. Потому что одна из этих вещей, одно из открытий, которые пришли ко мне, было, что есть две реальности. Одна — это твоя реальность, которая уникальна именно для тебя. Это то, как ты видишь мир. Она основана на твоем мироощущении, на твоих обусловленных мыслях, которые у тебя были всю жизнь, на вещах, о которых тебе рассказывали, из которых ты формировал определенную реальность для себя. And this is the ego. И это эго. The ego is your personal sense of reality. Эго — это твое личное ощущение реальности. И оно включает в себя такие вещи, как твое имя, your perspective, то, как ты воспринимаешь свое прошлое, your perspective of the future, твое восприятие будущего. And it's conditioned. И это все обусловлено. Это все основано на том, что ты думаешь о себе. Основано на том, чему тебя обучили в прошлом. В основном, конечно же, когда я говорю, основано на всех тех вещах, конечно, не на всех вещах, потому что оно и так там все есть. Что я начал делать, это начало происходить. Я начал видеть, как... Как мое миропонимание, то, через что я смотрю на мир, создает мое ощущение реальности, мое уникальное личное ощущение реальности. Интересная вещь об этом виде реальности — это то, что не существует одинаковых реальностей. Не существует двух людей, двух живых существ на планете, у которых была бы одна и та же реальность, одно и то же мироощущение. Собака ли это, или... Of a dog or с ее пониманием реальности, насекомое, растение,
человеческое существо. Реальность у всех разная. But they're not reality. Но это не реальность. Your personal это твое личное псевдоощущение реальности. Это твоя реальность. Но это не реальность. Make no mistake, не надо здесь делать ошибок. That the thoughts in your head, что мысли в твоей голове, that you think about yourself, то, что ты думаешь о себе и о других, и о мире, are actually the obstacles, это вообще то препятствие для тебя, to be able to, чтобы увидеть see the real world. Реальный мир. And the real world can only arise in front of you when you remove the obstacles. Когда ты уберешь эти препятствия. And the obstacles are и препятствия — это твои обусловленные мысли обо всем. So I started to experiment. Итак, я начал экспериментировать со всем этим. And I started to practice presence. Я начал практиковать присутствие. Что это означало? I would just take the что я, ты берешь свое внимание. Your attention, which is who you really are, что в действительности и есть ты, свет твоего осознания, это то, кем ты действительно являешься. И ты замечаешь, как оно освещает различные мысли. Мысли проносятся вот так. Ты думаешь об одной вещи, потом накручиваешь еще что-то на определенную мысль. Тебе надо увидеть, что получается в результате этого, и ты это видишь на опыте. И когда я начал look at things without any preconceived idea of what they were, meaning, заранее заготовленной идеи, чем они являются. В смысле, конечно, ты знаешь, чем они являются, что они такое. И состояние отсутствия мысли не означает, что ты идиот, и ты такой, я не думаю. Это то, где лежит твоя сила. Ты начинаешь видеть реальность. И это когда ты начинаешь контактировать come in contact with уникально творческой, инстинктивной природой. Инстинкты тебе, которые хороши для тебя, они там есть, и они все время работают. Но у тебя нет прямого доступа к ним, когда они закрыты слоем мысли. И препятствие для твоего ощущения инстинктов это наши, и когда я говорю, что твои, я подразумеваю наши, иллюзорные мысли, в которые мы верим. Таким образом, все эти удивительные вещи начали происходить. Я попытаюсь объяснить некоторые из них. Я знаю, я не отвечаю пока на ваши вопросы, поверьте, я больше не буду об этом говорить, так много рассказывать о себе, и решил, что один раз мне надо об этом рассказать. И может это поможет вам задать все вопросы, на которые я смогу помочь вам ответить, основанные в частности на серии этих программ в основе всего. Итак, когда вы убираете этот экран, так сказать, экран обусловленных мыслей, а это ваш критицизм других, ваше суждение о других, ваше навешивание ярлыков на других, ваша вера в то, что вы знаете, что означают вещи. Когда вы все это отложите на минуту и уделите свое полное внимание этому настоящему моменту, и вы можете это делать при помощи своего восприятия, you see, вы можете видеть, and you hear, и вы слышите, and you can taste and smell and touch. What you're really doing is translating. Что вы делаете, так это интерпретируете вибрации. Ваши чувства — это интерпретаторы вибраций, тех, которые они могут ухватить. Я не думаю, что они могут ухватить много. Диапазон тех частот, которые могут воспринять наши глаза, уши, которые они могут распознать, I believe is extraordinarily, очень мал. But how do you know that they're limited? Но как вы можете узнать, что он ограничен, если это есть все, что вы знаете? Вам надо их отключить. Отключить чувства, а мысли позволят своим чувствам находиться в присутствии. And amazing things started happening. Удивительные вещи начали происходить. Первое, что я осознал в тот момент, когда у меня получилось это сделать, даже на несколько секунд, просто остановить голос в голове. By the way, that's the ego. Между прочим, это эго, этот голос в голове, который там разговаривает. Это голос эго. Обычно он всегда критикует вещи, сравнивает их, дает названия вещам. В этом нет ничего плохого, это просто есть.
But as we evolve as humans, по мере того, как мы развиваемся как люди, мы оставляем это позади. И это то, что происходит. Это не то, что мне надо бы сказать это. Это просто происходит. Это не то, что будет происходить когда-то в будущем. Это происходит уже сейчас. Это было и раньше, с самого начала. Это одна из вещей, в которой ты начинаешь, когда ты убираешь, потому что у духовности есть практическая причина. Она очень прагматична. It's just based in reason, у нее рациональное обоснование. Она основывается на чисто практическом соображении и на истине. Поэтому, когда я открыл это, ты начинаешь, ты позволяешь этому экрану раствориться и начинаешь видеть то, что находится за ним. То, что ты растворяешь, это твое ложное чувство реальности, и у тебя появляется доступ reality, к настоящей реальности, к другой реальности. Я сказал, что у нас их две, твоя и настоящая. Настоящей реальности нет никаких противоречий внутри, там нет никаких вопросов. Это то, что есть, это естьность этого момента. It's undefinable. Ее нельзя как-то определить and словами. The deeper you go into it, the more you realize that чем глубже ты в нее проникаешь, тем больше ты осознаешь, что really ты, кем ты действительно являешься. Не тело, не имя, не мешок, в котором собран весь твой жизненный опыт. But your awareness itself is но твое осознание себя — это и есть единственная реальность. Don't ask me to explain these не просите things, меня объяснять эти вещи. Anyway. Я okay все равно попробую. So, miraculous things just started happening. Итак, волшебные вещи начали происходить. Just a simple например, обычный акт смотрения. I started to see things I didn't even я начал know видеть вещи, о которых я не подозревал, что они там были раньше. Years, я сидел до этого в комнате годами и даже не подозревал, что when it really started to, when that started to dig когда я начал этим заниматься, мы со своей женой были на Бали. У нас был красочный отпуск, там было все просто восхитительно. Я почувствовал, что я фактически переживаю то, что называют раем. Но в более буквальном виде, я должен сказать, более близко к этому значению. Потому что то, что происходит, когда ты позволяешь настоящей реальности проявиться, ты не знаешь ничего. Конечно, на каком-то уровне ты имеешь понимание о вещах. Это дерево, это идет дождь, такие вещи. Но ты не оцениваешь эти вещи. And you realize you, и ты понимаешь, don't even что не really знаешь, know что в действительности you know эти вещи такое, потому что все, что it's у тебя like есть, saying, это просто их you know название. Name, это so как you know сказать, me. Ты знаешь мое имя, и ты значит, you know, знаешь you, меня. You нет, ты никогда не сможешь узнать глубину другого you know человека, yourself, пока ты не узнаешь свою глубину, потому что мы все and это одно и то же. Like, instance, и тогда другие вещи начали происходить. Например, начала проявляться ясность. Даже такие вещи, как цвета, они стали видеться в другом измерении. And the peace that comes и умиротворение, которое нисходит на тебя, когда ты не пойман в обусловленной мыслительной цепочке, это восхитительно. Это как бы, если бы я увидел себя у себя в голове, и что он там рассуждает, что мне делать насчет этого? Я должен понять, как это будет происходить. Если я не смогу понять, то колеса отвалятся, и мы покатимся прямо ко всем чертям. Черт, что же делать? Что будет, если случится это? Или то? Это противоестественное, обычное состояние человечества. И это и есть ад. Потому что оно включает в себя страх, и это то, что ад и есть страх. All of a sudden, I'll think, wait a minute, where's the present moment? Я подумаю, подождите-ка, а где же настоящий момент? And I'll pop into it, я ворвусь в него, и это будет даваться все легче и легче. And it's like, it's kind of это как, когда, если бы я был на сцене. Like I'm on stage, and I'm doing a sound check, and my amp is buzzing. И усилитель and будет. It's just going, and I'm trying to play, or trying to listen. А я пытаюсь играть, я слышу. And then I kind of get used to it because there's nothing I can do. Я что-то типа привыкаю к этому, потому что я ничего не могу сделать. Это просто шум происходит на сцене в то время, когда я играю. And then I just get used to it. It's like, oh yeah. Я просто привыкаю и говорю себе, это просто шум. Это не из-за того, что это что-то не так с помещением или чем-то другим. Вдруг внезапно кто-то понимает, что это заземляющий провод. Я не знаю. Томас приходит на помощь, гитарный техник Вая. И вдруг тишина. That's what it feels like. Это то, как это ощущается. When you go from the torment когда ты переходишь от терзания в своей голове to the present к настоящему моменту, you feel it, you и ты ощущаешь это, ты реально ощущаешь it's это. This incredible kind это of a неописуемое чувство. Really? Oh, thanks. О, спасибо. And it's just like a
It's just peace. Это просто покой. Some say this is the peace of God. Некоторые говорят, что это мир Бога, и я это понимаю. You can't understand Потому что it. It не понять feel это like невозможно, else. Это не с чем сравнить. And then it's gone. И потом это пропадает. Потому что твой ум, ego comes back твое эго опять возвращается. And it says all sorts of и оно говорит like, тебе разные вещи, такие как... When I first started doing когда this, я только начинал like это делать, это было как будто бы я осмотрелся actually, вокруг и сказал... Entering the state of presence has different Честно говоря, вхождение в настоящий момент может у разных людей проявляться people, по-разному. Некоторые скажут, just, о чем ты говоришь, you, there's nothing here. Тут ничего what? Нет. This doesn't make any sense. Это не имеет никакого I'm смысла here. Сейчас. Now. Я so здесь, what? И вот сейчас, и что? You know? Well, that's a particular Есть reaction, такая реакция, but you're not going deep но вы не идете глубже. And some people it can engender great fear. В некоторых людях это рождает большой страх. And I've experienced that too. И у меня это тоже было. And that's because the ego это потому, что это эго не хочет, чтобы вы о нем знали. And, some people некоторые люди understand these понимают things это интеллектуально at first. And this is a good сначала. Sign. И это хороший знак. And I see that я вижу, что у меня me. Это так происходит. Something makes sense. It just, что-то выглядит truth. Логично, это истина. Truth, и когда ты слышишь об истине, это как если бы ты об этом знал всегда, did. С самого начала. Потому it's что there. Так оно и есть. Она там есть. And reasonable and real. Истина — это практичная вещь, и она реальна, simple. Она проста. The most difficult thing самое сложное about в реальности — это so то, simple. Что она настолько проста, because it requires nothing потому что она не требует ничего, кроме твоего внимания. But nothing more. И кроме этого ничего. And that's the challenge. И в этом трудность. You hear there's certain words that come up. Вы слышите такие вещи, когда вы погружаетесь в это глубже. И одна из них — это недвижимость. And to really understand what stillness means. Чтобы действительно понять, что такое недвижимость. Sitting and not moving. Это не значит, что вы сидите и не двигаетесь, you know, like, как некоторые говорят. Да, я неподвижен. It's a form of stillness, but it's not stillness. Is the stillness of the mind, no thoughts, no more than a little voice. And what happens when you do that? Что происходит, когда ты это делаешь? There's stillness in the world. You can see the stillness in the world. Неподвижность мира. But it's in you, and it's actually это проецируется во внешний мир. So these were some of the realizations I started to make. Это одна из таких вещей, которые стали со мной происходить. Стив, что там у нас со временем? Я не хочу, чтобы это было так же, как в прошлый раз, так же долго. Думаю, это было немного долго для людей. Ну, хорошо, я в любом случае продолжу, если уж я начал. Я это делаю в первый и последний раз. And then other miraculous things и тогда другие чудесные вещи начали происходить. И эти чудесные вещи начали происходить как практическая реализация. Больше как интеллектуальная реализация. И вы это проживаете как интеллектуальное понимание, что единственное время, которое есть, это сейчас, это может быть первым шагом на пути исследования об этой истине и углубления этого. The deepening of it, углубление amazing этого. Things happen. И удивительные вещи происходят. Вы начинаете видеть мысли в своей собственной голове. Мысли, которые лишают вас покоя и умиротворенности. Вы начинаете видеть свои действия как разрушительные. И эти вещи, они приходят к вам, things they come to you in maybe perhaps возможно, words иногда, как somebody слова, else сказанные says, кем-то еще, or something you read, или что-то прочитанное or вами, as an insight или это просто инсайт, in который происходит внутри вас. But they never come from но это никогда не приходит от вашего эго, mind, которое постоянно крутится у вас в голове. That's a downward это движение по спирали вниз. Actually has no bottom. В действительности у него нет дна. It's like when you're trying to figure out это как why если бы вы пытались happened понять, to you почему in что-то past? Происходило с вами в прошлом, чья вы там вина. Whose fault it was? That's a good one for это хорошая штука для эго, оно обожает blame. Обвинения. And blame has no, и обвинения, они no не имеют конца. Because потому что just look at the просто fact взгляните на этот факт. I know this isn't a very popular belief. Я знаю, что это не популярное убеждение. But going back and но копание в прошлом, когда ты пытаешься понять, почему, in and of itself is the deterrent. Это препятствует, и это замедляет развитие. Here,
Sorry, I'm waiting for a download. Я просто жду, пока в голову подгрузится информация. It's very hard to Это очень трудно. Not want to когда have тебе не хочется узнать ответ. Or not или когда тебе не хочется свалить вину на кого-то. Responsible for your own unhappiness. За свое собственное несчастье. Это очень трудно сделать. But that's what И это то, что мы делаем. And, the most important thing Самая важная вещь, что я открыл, in, I'll wrap this up now. Я буду закругляться, я попробую ответить на вопросы. In the future, I won't talk В будущих about выпусках myself, я не буду говорить promise. О себе, обещаю. I'll just do my я best просто постараюсь отвечать на вопросы. If I was to put a protocol Если бы я протоколировал или составлял порядок действий для реализации или духовного пути, path, so to answer the original я пытаюсь что-то типа ответить на первоначальный вопрос. Пути, который был у меня это началось с неописуемых мучений, психологических мучений. And that led to И это привело a surrendering к сдаче. Actually aligned desire Честно говоря, привело к желанию быть счастливым и не страдать, так как я страдал. But that was a sincere Но это было очень искреннее and желание. I focused on. И я был полностью на нем сфокусирован. And then that has to start и тогда это начнет проявляться в вашей жизни. And я что-то типа начал видеть свой путь, и трудности на этом пути они очень помогают. We don't see them as such, Конечно, really мы их не воспринимаем are, такими, но в действительности они помогают. Они приводят нас к новым открытиям о нас самих. Таким образом, этот прекрасный путь он разворачивался сам по себе in amazing удивительным ways in образом my life. В моей жизни. One of the things that Еще одна вещь, что происходит, When presence deepens, когда углубляется чувство этого настоящего момента, это то, что она исцеляет прошлое. It's hard for me to explain Мне трудно how объяснить, works. Как это происходит. Это надо просто сделать, и вы сами увидите. But what happens Но что происходит, your perspective, your это то, что ваше мироощущение, ваше искаженное, исковерканное мироощущение прошлого, changes. Оно изменяется. And When that changes, и когда оно изменяется, you're releasing yourself вы освобождаете from your past. Себя от прошлого. You're forgiving it. Вы прощаете. It doesn't mean you don't accept это не означает, что вы это I mean, не принимаете. Believe, я имею в виду, некоторые говорят, что если я буду в настоящем моменте, то я, значит, отрицаю и не принимаю все то, что происходит в мире сейчас, или все, что происходило со мной. Нет. Совсем нет, наоборот. Это единственный правильный путь принятия вещей, потому что они есть, они происходят. И когда ты находишься в настоящем моменте, он говорит тебе, это происходило. Это было с тобой, может, это что-то, что ты сделал, что ты делал, но он не оценивает эти вещи, он просто их признает. И когда это происходит, то ты, по сути дела, становишься свободным. Ты свободен от этого. Это сила. Когда Эккхарт Толле написал книгу «The Power of Now», «Сила настоящего момента», The power can never be, значение этой силы, оно никогда не может быть недооценено. It's never ending. Она никогда не заканчивается. It will continue to evolve Она будет продолжать развиваться внутри тебя. Okay. There you have it. Steve Vai in a nutshell. Окей, теперь у вас есть Steve Vai в двух словах. All right, Коротко well, Steve Vai. I've gone for about an hour now. Окей, я уже час говорю, я постараюсь ответить на вопрос. A question. Say, Steve, you want to call me? Послушай, Стив, может, ты позвонишь мне? All right, let me see. Хорошо, давайте посмотрим. What sacrifices have you Какие жертвы made ты принес that you have seen и приносишь, immersible transformation в эту of love трансформацию that keeps любви? Giving. Okay, let me think about that. И дайте мне подумать. Хороший вопрос. An appropriate question Правильный вопрос для в основе всего. What? Sacrifice Что за жертвы have you made ты принес, that you have seen an immersible transformation ради трансформации of love that keeps giving. Любви? The sacrifice that I made Жертва, которую я принес, was the belief that sacrifice это вера, что эта жертва может быть принесена. What does that mean? Что это значит?
Большинство людей верят, что для того, чтобы найти любовь и покой, им надо принести что-то в жертву. Это одно из величайших заблуждений, которые вам предлагает мир. Вы можете это почувствовать внутри. Даже в этом вопросе это есть. Какую жертву ты принес, чтобы обрести любовь? В самом вопросе уже есть ложная предпосылка. Вы не можете найти любовь жертвы. Окей, я попробую объяснить. Жертва — это человеческая ментальная концепция. Только у людей есть такие условия. Внутри их реальности есть такое условие, как мыслительный паттерн, что чтобы что-то получить, надо чем-то пожертвовать. И когда это касается любви, одно из самых больших вещей, что тормозит процесс обретения любви, это страх, что придется чем-то пожертвовать ради этого. Потому что эго говорит тебе «нет». Но сначала надо понять, что любовь — это вообще то, из чего ты сделан. Не просите меня объяснить это только то, что можно увидеть, когда вы достигнете понимания, кем вы в действительности являетесь, кто вы на самом деле, и вы не отличаетесь от других в самой своей основе. И это любовь. Это действительно она. Я знаю, это звучит типа «Мир, любовь, ты сделан из любви, ты есть любовь, Бог есть любовь». Мы слышим эти вещи. Мы сыты ими по горло, потому что да, я их слышал, я им верил в какой-то момент, но я по-прежнему несчастлив. Это важно знать, кем ты в действительности являешься, твое естественное состояние. Я бы сказал, что естественное состояние мира — это страдание и боль, большая часть времени, не все время. По меньшей мере, у нас такое мироощущение мира, что это так происходит. Но в реальности, когда мы расчистили от обусловленного мышления и начали видеть невыразимые словами «абсолют», феномен жизни, которая окружает нас в каждый момент, и что здесь есть абсолютно все для нас, и мы полностью... Мы уже там, нам ничего не надо достигать. Вы не можете отделить себя от этого. И самое прекрасное в истине — это то, что ей не надо, чтобы ты верил в нее. Она не перестанет быть истиной. Как там звучал вопрос? О, да. Ты не можешь принести что-то в жертву, чтобы получить... Реальность любви — это то, кем ты являешься. Вы можете только видеть препятствия и убрать препятствия, если у тебя достаточно смелости, или если вы много страдали, или если вы просто готовы к этому. Вы начнете видеть вещи, которые не дают вам приблизиться к вашему собственному ощущению покоя, счастья, единства с другими людьми, сотворчество, чувство признательности другим людям к тому, что происходит, даже чувство признательности по отношению к проблемам. Вы этого не увидите, пока вы не начнете видеть препятствия на пути, которые закрывают это. И эти препятствия — это всегда ваши мыслительные паттерны, критицизм, суждения. Еще одна вещь, что когда вы учитесь быть в настоящем моменте, в присутствии, вы не можете никого оценивать. И это не то, что вы не должны этого желать, вы просто не можете. И доказательство этому — это то, что те вещи, которые вы оценивали в прошлом, как одно, и вы поменяли свое мнение о них и оцениваете их по-другому. Поэтому все эти ваши суждения не стоят ничего просто из-за этого, в случае, если это ваше суждение претендует на истину в последней инстанции. Поэтому, когда вы освобождаетесь от суждений по поводу других вещей, потому что понимаете, что просто не можете этого сделать, потому что тебе тогда надо сначала узнать все прошлое, что происходило до той вещи, что ты собираешься оценивать, как это повлияет на мир и на людей, кто связан с этим, и ты должен будешь иметь способность знать о всех благах и эффектах того события, что происходит, которое ты оцениваешь как плохое, и знать, как это повлияет на жизнь всех людей в мире. Как это кто-то может знать? Это...
Это только эго, ему нравится думать, что оно знает все это. Так что ты не можешь оценивать ничего как хорошее или плохое, это просто такое, какое есть. Конечно, живя в мире, у нас есть мнение, мне нравится то, мне не нравится это было бы лучше, если бы все пошло по-другому, в следующий раз, когда это случится, я сделаю то-то и это. Я думаю, что люди делают то, что они делают, оно приведет к такому-то. Понимаете, это все результаты наблюдений, вероятно, что-то из вашего опыта. Это то, как вы смотрите на них, поэтому... Ум скажет вам, что для того, чтобы найти любовь, вам надо принести что-то в жертву. Эго скажет вам, что... И оно вам это говорит, что если вы продемонстрируете привязанность, если вы демонстрируете признательность, если вы покажете сострадание, что оно вам говорит? Что вы будете более слаб. Вы приносите в жертву свою силу. Оно вам говорит, что вы будете уязвимы. Оно вам говорит, что если ты хочешь получить что-то, то отдай что-то взамен. Это жертва. Тебе надо принести жертву. Если ты хочешь узнать любовь, что звучит в этом вопросе, чем тебе надо пожертвовать? Тебе надо принести в жертву тот голос, что верит, что ты приносишь жертву. Потому что что происходит, когда ты начинаешь встречаться с более высокой частью себя, той частью, у которой есть чувство признательности, частью, которая признает ценность кого-то другого, которая признает вклад других, часть, которая вместо того, чтобы видеть критику, она просто позволяет быть. Понимаете? Это то, что вы приносите в жертву. That's what you're sacrificing. You're sacrificing. Вы приносите в жертву свой идиотизм. Вы приносите в жертву свою неосознанность. Но эго скажет вам, ты не можешь этого желать, потому что то, что ты приносишь в жертву, это в действительности я, твой страх. Но что происходит, когда ты позволяешь этому случиться? Что любовь в действительности привносит в твою жизнь? Это настолько отличается от того, о чем тебе рассказывает эго, на той ступени, где ты находишься сейчас, ты имеешь доступ только к тем мыслям, которые резонируют с тем, где ты находишься эмоционально, в любой данный момент твоей жизни, в любой данный настоящий момент твоей жизни. Ты имеешь доступ только к тем мыслям. Поэтому, если кто-то говорит, что, например, фактически, когда ты приносишь жертву своего чувства страдания, когда ты приносишь жертву эти негативные мысли, ты проиграешь, потому что тобой воспользуются, и ты не сможешь стать таким боссом, какой ты думаешь, что ты есть. Что всегда останавливает твое развитие, тормозит тебя. Что ты не понимаешь, это чувство, что чувство признательности, чувство любви, это не... Все приходит с этим. Все, что ты хочешь от жизни, все приходит с этим. Это противоположность жертве. Когда ты в страхе, что ты приносишь каждый день в жертву, приносишь жертву самого себя, приносишь жертву свое творческое начало, приносишь жертву благополучия других, и также ты приносишь жертву свою жизнь, ты просто тратишь время в жизнь пустую. Прошу прощения, что я говорю такие вещи, ничего не могу поделать. Но что ты откроешь, так это, что не существует никакой жертвы в отпускании этих вещей. Фактически все происходит наоборот, твой жизненный опыт в мире меняется. То, что ты видишь, изменяется. То, как ты смотришь на мир, изменяется. Ты понимаешь, что единственное, что ты принес в жертву, это то, что ты был несчастен. Это самый лучший ответ, что я могу дать на этот вопрос. А я думаю, этого достаточно. Спасибо. Я не знаю, как вы все это воспримете. Я бы хотел поговорить о многом другом. Тут много вопросов. Я бы, наверное, хотел бы сделать это еще раз. Но в этот раз я буду говорить о вас. Поэтому я прошу вас задавать вопросы. Все, с чем вы думаете, я смогу помочь,
Я не знаю. It's an interesting time we're in. Мы сейчас right живем now. В очень интересное время. I would suggest, я бы посоветовал, I would recommend я бы рекомендовал поэкспериментировать с этим, doing your best to put your attention, чтобы вы постарались направить свое внимание на позитивные вещи, которые происходят в мире. В результате этого вируса, что сейчас происходит в нашей самоизоляции, эти вещи есть, вам надо просто поискать их, и как только вы начнете их искать, они станут вашей реальностью. Может быть, есть что-то более опасное, чем коронавирус, и это есть страх. Потому что когда люди испытывают страх, они действуют, исходя из этого страха. Не задавая вопросов, не делая исключения, потому что вы не можете действовать как-то по-другому, чем то, как вы чувствуете. Если вы боитесь, то в ваших действиях тоже будет страх. Я знаю, это невероятно сложно увидеть, и напрашивается вопрос, о чем ты говоришь. Конечно, я должен бояться. Если я не буду бояться, я буду несознателен. Эту штуку эго использует постоянно. Оно ее любит. Оно любит говорить тебе, что если ты не в стрессе от испуга, то ты несознателен. Это неправда, черт возьми. Когда ты находишься в состоянии страха, единственное спасение, которое у вас будет, это вопрос, как выбраться из этого. Как выбраться из этого, если вы встретились с этой проблемой, смотрите на мир, и вы видите только страх? Вообще-то вы не можете видеть страх в мире. Страх — это вообще иллюзия. На самом деле его даже не существует. Вы не можете указать пальцем на что-то в мире и показать мне страх. Вы не можете указать пальцем. Вы можете указать пальцем и показать людей, кто действует, основываясь на пугающих мыслях, но страх вы не сможете мне показать. Вы не можете указать на него, понимаете? Вот страх. Это безумное предположение. Вот почему духовность настолько практична и здравомыслящая вещь. Потому что она указывает на такие вещи. Единственное место, где существует страх, это человеческий ум. В других местах его просто нет. И ваше освобождение от этого страха, оно позволит вам найти вещи в мире, которые вы будете больше ценить. Поэтому я бы сказал, что в настоящее время, если вы чувствуете страх, что полностью понятно, поэкспериментируйте, это просто совет, поэкспериментируйте с поиском вещей, которые не имеют в себе страха. Поищите людей, кто привносит изменения. Это происходит вокруг нас постоянно. Я имею в виду, я это вижу все время. Прямо сейчас столько много людей, вам не надо слушать меня, чтобы узнать, что удивительные вещи происходят в мире прямо сейчас. Люди объединяются. Люди помогают друг другу. Это происходит прямо сейчас в моем районе. Я тоже являюсь частью этого. И это восхитительно. Это восхитительно. Понимаете, мы объединяемся. Я абсолютно уверен, что добро лежит в основе человеческой природы. Не просто, что люди хорошие. Само добро лежит в основе. Я верю, что люди именно такие. И когда вы начнете это искать в людях, вот тогда это отразится обратно на вас. И когда вы начнете это искать в мире, то это растворяет страх. Страх, его надо преодолеть. Критично настроенный ум скажет вам, что вы не сможете освободиться от страха, потому что тогда вы принесете в жертву свою безопасность. Это ли не безумие, не сумасшествие? Что он говорит вам, что если вы не будете испытывать страх, то вы не будете практичны, вы не будете следовать предписаниям, не будете ответственны. Если вы не боитесь, вы не будете мыть руки, все эти вещи. Это не необходимое условие. Страх не является необходимым.
Быть осознанным в такое время, как сейчас, быть практичным, следовать предписаниям, поддерживать друг друга, мыть руки, все, что следует делать. Для всего этого не нужен страх. И если вы можете это делать без страха, то вы удивитесь, как мир вокруг вас меняется. Потому что я вас оставлю с этим. И может это поможет некоторым людям, которые по-настоящему испытывают страх сейчас. И, конечно, я не преумоляю величину тех ужасающих вещей, что происходит сейчас с людьми. Я не выставляю эти вещи незначительными. Я бы хотел об этом поговорить побольше, но вы, скорее всего, уже устали от меня. Я вас просто оставлю с этим. I would just leave you with this. If you change, если вы изменитесь, the way you look at то, the world, как вы смотрите на мир, the world that you're seeing will change. Тот мир, который вы воспринимаете, он тоже изменится. Он должен. Thanks. Спасибо. I'd like to maybe do this next Tuesday. Я бы хотел проделать то же самое в следующий вторник, но это будет больше Alien Guitar Secrets. Будем говорить обо всем, что имеет отношение к гитаре. Я поиграю, покажу вам всякие штуки, отвечу на вопросы про музыку, о вашей карьере, о всех этих приятных вещах. И туда может просочиться некоторые из этих вещей. Дайте мне знать, что вы думаете, потому что я знаю, что многое из этого может быть для вас покажется странным. Я думаю, многим из вас это будет понятно, о чем я говорю. Я думаю, многие из вас уже это знают и даже, может, проживают это. Не существует способа определить ценность того, как это повлияет на всю вашу жизнь, на вашу музыку, на все. Поэтому дайте мне знать, что вы думаете, чтобы я мог иметь представление вообще, к той аудитории я даже обращаюсь. Listen, thank you guys. Слушайте, ребята, спасибо. Дай вам Бог здоровья. God bless you. Have a great day. И всего наилучшего.